Хорошо. Так, мелодию запомнили? Теперь учим слова. Первая строчка. В горнице моей светло. В горнице моей светло. Ну привет, Владос. Не бывает навсегда. Мы когда-нибудь умрем. Мы когда-нибудь умрем. Мы когда-нибудь. Как раз таки я думал, все, вот, как этот эффект делать. Я у кого-то, кто-то мне делает в сторис, типа вот этот эффект. Ты нашел его, скотина. Ай-яй-яй-яй-йо. Ай-яй-яй-яй-йо. Запоем. Ай-яй-яй-яй-йо. Ай-яй-яй-яй-йо. Запоем. Полети, орел, да вородим в сторону. Полети, орел, да вородим в сторону. Влад, кто не берет камеру в руки уже долго? Влад думает, чем ему заняться. Да я просто прилег отдохнуть на 5 минут. Я хотела тебе сказать, что все-таки главный мужчина, но на самом деле женщина. Смотри, я тут за тебя решила. Тут было написано, что ты любишь Катю, и когда хочешь конфету, ты ее не съедаешь, сам отдаешь Кате. Но я написала, что ты все-таки отдаешь Жене. И тебя зовут не Петя, а Влад. И тебе 25. Здесь даже солнца не видно. Смотри, а помехи на пленке похожи на воронов. И вот этот квадрат. Ты меня квадратом назвала? И вот этот квадрат? Ну, ты, значит, четкий. Это тебя. Бутерброд, сыр, яблоко. Вкусненько? Я устрою вечеринку.